Маринян. Да. Михаил? Тудор. Тудор? Да. Отчество? Михаил Тудор. С какого года рождения? 55-го. Где живете? Я без общего, без места жительства, да? Да. Поехал в Россию пасти скот. Скот пасти, и что? Когда приехал, моя сестра получила квартиру, а я остался дома. Родились? Здесь, в городе родился. Здесь, в Кишиневе, да? Да. Там тоже есть люди, да? Да. Случилось так, что государство посадило меня, и сестра продала два дома, и остался, и дедушкин, и родительский дом остался без дома, и все. Здесь, в Кишиневе, на Старой Почте? Да. Вот два дома рядом было, продали, пока я сидел, они уехали в Россию, а я в Россию сейчас не могу уехать, и они приезжали забирать меня, я не могу. Да, вот зашел в кинотеатр посмотреть кино, а он, оказывается, не работает. У вас как случилось, что вы остались на улице? Мама продала. А где ваш дом был? На Ботанике. На Ботанике, да? Давно, давно без дома? Лет 7. Лет 7 негде жить, да? А сейчас где живете или как, да, как получается? Где попало. Где попало, да? Дом подожгли, кто-то не знает. А где? Где был дом? На строительной. На строительной тоже, да? Остались без дома? Да, и брат продал, и купил ничего, ничего не купил, товара. И брату не жалко вас? Не хочет ничем помочь, да? День есть. Езжу день. Назер. Кума сестра. Деньги есть, даю интервью. Я тебе сразу говорю, давай 20 лет, я тебе даю интервью. Писта так вот ей, тесненько пере, да там, тесненько пере, шакур в тим денок, тесва, стас, и курить, что боится, пачка, что боится, что боится, да, лопнет в компьютере, да, сын по себе льты, а такой шамади пак, вы два сын деца, вот, и сын копер, мой колдуруаса, а что среди России, как на улице, дорни, что мы говорим, а мы коря, вот, вот, дни, замечили, ну, мы лету, не мы, твою, проедь спинавал, на пропиере, обед, лоб, перманели, трай, Да, 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 да,